Одним из таких социальных проектов и стал конкурс «Ты самый лучший». В Скворцово его придумали для того, чтобы еще в младшей школе найти неординарных и талантливых детей, их поддержать и поощрить. Я училась хорошо и пыталась стать лучшим в классе. У меня в дневнике ни одной шестерки, двойки нет. Конкурс длился год, и в День знаний представители торговой марки «Скворцово» наградили победителей конкурса учеников двух школ в поселке Гвардейском, а также школьников в селах Скворцово и Маленькое. Победителям подарили ноутбуки, мобильные телефоны, PSP и MP4-плееры. Для нас, как социально ответственного бизнеса, очень важно знать, где рождаются таланты, как с ними работают. Этот конкурс позволил нам объединить учителя, объединить родителей одной целью – работы с будущим нашим поколением, работы с нашими детьми. 55 лет вот у меня, я работаю в школе. Вот, из них 40 директором. Вы понимаете, впервые я встретила такого руководителя, который столько внимания уделяет школам. В оргкомитет конкурса пришло 212 анкет из 15 школ Симферопольского района от учеников начальных классов. Независимые эксперты выбирали победителей не только по успехам в учебе. Их интересовали креативность воображения, логическое мышление и коммуникативные навыки школьника. Дети очень яркие, и скажу вам честно, что экспертный совет порой говорил, я бы так никогда не смог сделать. И это было высшим критерием оценивания. Мне показалось очень удивительным, что меня именно выбрали из 15 школ. Мы как спортсмены, чемпионы Крыма по карате. Мне помогли мама, папа и мои учителя. Моя победа. Я сам закончил эту школу. В наше время, конечно, такого поощрения не было. При отборе победителей учитывалось также их участие в общественной жизни, олимпиадах, спортивных соревнованиях и творческие работы, присланные на конкурс. Во всех школах, участвующих в конкурсе, отметили лучших учеников начальных классов. И они все старались учиться лучше, старались заниматься в кружках и занимать хорошие места. Это стимул к тому, чтобы сформировать у ребенка жизненную позицию и обеспечить его успешность. Социализацию и высокие достижения. Впрочем, ни один ребенок, принимавший участие в конкурсе «Ты самый лучший», не остался без внимания. Поощрительные призы торговая марка «Скворцово» подготовила для всех. И еще два спецподарка на День знаний. Это новый уютный класс в 3-й гвардейской школе и отремонтированный холл в Скворцовской школе.